обед ладони адакуле. Хлеб, супчик, томатный суп, тоже томатный суп. Здесь можно хлеб поджарить. Опять овощи, салатики, зелень. Тут соленья всякие. Нарезки разные, колбаса, сыр, наггетсы. Вот так ресторан выглядит. Пиде. Так, картофельные палочки на фри. Наггетсы, макарошки, соусы. Лапша по-домашнему. Это какие-то котлетки. Курочка. Тоже лапша. Тоже курочка. Индейка. Картошка. Это бамья. Все, такой вот обед. Это у нас ужин. Салаты. Салаты, салаты, овощи. Всякие разные овощи, перчики, оливки, нарезанные овощи. Тут суп морковный. Суп аладжа. Не знаю, что это за суп. Попробуем дальше. Тебе с сыром. Картошка фри. Наггетсы. Овощи на пару. Макароны. Соусы к макаронам. Рис, это что-то, это фасоль, овощи, артишоки, какая-то запеканка, баклажаны, опять фасоль, рис. На гриле. Ну и там еще сладости. Сейчас покажу. Фрукты и сладости такие. Эклеры появились. Это вкусные пудинги. Все такое вкусненькое. Вот турецкие сладости. Традиционные. Ну и в баре можно взять чай, кофе, пиво, вино и покрепче. Такой вот ужин. Thank you.